Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители. Спасибо, мои родные, за ваши комментарии. Я вам очень признательна. Они меня поддерживают в это непростое время. Я никак не могу оправиться и, наверное, никогда не приму происходящий абсурд. Может быть, поэтому полностью погрузилась в создание сервировок, так как этот процесс, как и любой творческий процесс, меня завораживает и успокаивает. И сегодня я вам представляю очередную сервировку. Но перед этим покажу свои новые покупки. Я думаю, вы помните мою морскую сервировку, которую я делала осенью. Ну, как говорится, подкупаю, меняю. Подкупила вот такие вот тарелочки к морской сервировке. Ну, мне кажется, помните мою рыбку? Мне кажется, сюда очень даже неплохо. Ну, а можно, конечно, и комбинировать, и то, что раньше было, и сейчас. Ну, а для сравнения давайте я вам все-таки напомню кусочек из этого видео. Поделиться с вами радостью. Я купила вот такие два замечательных подсвечника. Может быть, вы помните, в сервировке стола в новогодний было что-то в этом роде, но в другой стиле, в другом стиле было сделано. А я вот купила, мне захотелось сделать бохо, стиль бохо на столе. Посмотрите, какие интересные. Это вот стекло, а вот эти какие замечательные бусины. Гранёные, сразу под них я решила купить тарелки. Тарелки я заказала в Озоне. Посмотрите, это большое блюдо. Так. Ну, я только купила, получила из Озона, поэтому вам показываю. Еще даже наклейки не сняла, не помыла. Это первое блюдо. Так, вот второе блюдо. Оно уже не красное, а такое фиолетовое. И третье блюдо оранжевое. Стекло. Они все вот такие вот. И под цвет как раз вот этих стеклянных колпачков. Ну и вы помните мой подсвечник красивый, который сюда как нельзя лучше подошел, да, в стиле бохо. Мои рюмочки с золотом, мои стаканчики.
тоже золотым рисунком. И я вот приобрела такую тортовницу, тоже такого же цвета. Вот у меня, ну, тоже много свечей поставила, потому что Бог любит свечей. В Бога много свечей не бывает. Ну, вот я поставила. Конечно, я еще не все помыла, не все привела в порядок, и сюда нужны салфетки. Но я разместила для того, чтобы, ну, в принципе, для себя посмотреть, что мне еще надо подкупить, что не хватает сюда. Ну, салфетки, конечно, в первую очередь с кольцами. Ну, вилки-ложки у меня есть золотые, я их сюда поставлю. Ну, вот, что еще надо посмотреть, что еще мне не хватает. Очень дешевые тарелки купила. Так, вот эти тарелки, по-моему, верхние, оранжевые, 170 рублей стоят. Столько же стоит и вот эта вот большая фиолетовая люминарк. И 220 большая, большая внизу тарелка, которая стоит. Ну вот, вот эта небольшая полоска золота мне сюда как раз и была необходима, потому что посуду я эту комбинирую, как вы догадались, с золотом. И еще отметила, что вот сейчас день, и, конечно, куверт смотрится... Ну, очень красиво. Для этой композиции я использовала вот такие тоненькие чашечки. С таким изумительным рисунком. Это лефарт. Я решила с вами попрощаться на сам прерывая на самом интересном месте. Да, в следующий раз вы увидите продолжение. Интрига. Обнимаю, целую, желаю вам всего самого замечательного, хорошего настроения, мирного неба, здоровья, удачи!